Сегодня телезащитник возвращается к ухтинскому квартирному вопросу. Поднимали мы его год назад. В феврале 2022 у нас в эфире выходила программа про Светлану Гадиятуллину. Горожанка тогда оказалась не согласна ни с одним из вариантов расселения из аварийного жилья, которые ей предлагали местные власти. Тогда для того, чтобы разобраться в этой непростой ситуации, мы привлекли прокуратуру. И вот к настоящему времени наконец-то в этом деле поставлена точка. Так кто же оказался прав? Власти муниципалитета или рядовая горожанка? Сейчас разберемся. Наш дом Первомайская, 32. Купили квартиру только из-за того, что находится в очень хорошем месте. Слева находится зубная поликлиника, справа в 200 метрах находится поликлиника номер 1 города Ухты. Здесь вот дом такой наш. На аварийный очень он не похож, только единственное, что он деревянный. Окна в доме у нас, смотрите, насколько вы признали аварийным, нигде не прогнуты. Все ровненько, полы у всех в домах ровные. Это вот улица Первомайская. Это практически ровно в самом центре, в историческом центре города. Вот там детский парк. Прямо по улице находится поликлиника. Вот это наш дом. Вот Первомайская, 32. Наши три окошка. В нашем доме окошки все ровные. Как приехали, поставили, так и стоят. Ни разу даже не вызывали мастера о том, чтобы окна налаживать, что они дуют или еще что-то. То есть дом не дает ни усадки, ни просадки. Все вполне сносно. Здесь соседи. Сейчас зайдем в подъезд. В подъезде чистим. Мы туда поставили, чтобы никто не ходил. Потом вот на второй этаж. Посмотрите, лестницы. Ничего, ни одна лестница не промята, не качается. Половицы все целы. Все у нас... Окна, все хорошо. Это у нас коридор. Это внучка нарисовала картину. Это туалет с ванной. Здесь кухня. Здесь спальня. Здесь зал. Вот у нас ничего не получается. Полы, смотрите, нигде не прогнуты, не промяты. Целые ровные полы. У нас вот так стены. Нигде нету у нас. Никаких искажений. Все, у нас все целенько, ровненько. Все, это шкафчик у бабушки. Наша администрация хочет выкупить мою квартиру. Я была очень сильно удивлена. Банк в каком году дал вам ипотечный кредит? В 2012 году. На какую сумму? На 1 350 000. Сколько вы добавили своих? Ну, порядка 300 000, чуть более. То есть получается, в 2012 году, когда заключался договор, и банк проверил, что с домом все в порядке, и вы проверили, что с ним все в порядке. Мы нанимали агентство недвижимости. У меня есть оценка. Вот. И в оценке написано, что дом не стоит в обременении и не имеет никаких претензий. К мэрии вам сообщила о том, что дом подлежит сносу. Через какое время после заключения сделки с банком? Увидела акт о признании дома аварийным только на первом суде. Это когда пришло исковое заявление. И в этом исковом заявлении... Это там, какой год? Это был 2014 год. То есть вы 2 года в доме жили спокойно? Конечно, да. Он какой даты признан аварийным? 2008 годом. То есть получается 8, 9, 10, 11, за 4 года до сделки он уже был признан аварийным? Да, да, да. И программа по переселению данного дома и районов, там несколько домов еще рядом с нами, программа была 2013-2017 года. А кто теперь с кем судится? Вы с властями муниципалитета или муниципалитет с вами? То есть что сейчас и в какой стадии? Вы знаете, мы прошли 4 суда городских и прошли 1 Верховный суд. Подавала все время администрация на нас. Так как они сначала, первый суд был в тем, что они предлагали дом снести нам самим. Второй суд был о том, что они предлагали через суд изъять мою квартиру. А третий суд был о том, что
Ой, они предложили мне деньги. И мы просили, вы нам покройте вот убытки, которые мы заплатили за ипотеку, еще чуть-чуть, да? Но на сегодняшний день у меня сумма процентов только более 1 миллиона рублей, понимаете? И мне сейчас администрация нашего города предлагает выдать деньги за мою квартиру 1 680 000. То есть вам невыгодна такая конечно, сумма? Конечно, нет. Понимаете, и у меня еще платить ипотеку 5 лет. И у меня долг перед банком более 800 тысяч рублей. То есть если они мне выдадут деньги, я 800 тысяч отдам банку. У меня получается и процентов я заплатила 1 000 000. И на руках у меня 800. Я в убытках. Второй вариант расселения граждан из аварийного жилфонда – это предоставление альтернативного жилья. Либо в новостройке, либо на рынке вторичной недвижимости. После подключения к ситуации телезащитника, наша героиня добилась предоставления ей приличной квартиры, пусть и в относительно возрастном доме. Из Сумы выступала администрация, ответчиком выступали мы с мужем. Ну и мама у нас тут прописана, проживает. Ну, третьим лицом, да, мама была. Суд пришел, можно сказать, на мировую. Все-таки администрация сделала шаг назад, поняла, что она не права. И все-таки, ну, будем говорить, мы победили. Мэрия изначально говорила, что мы попали в программу переселения 2013-2017 года. И под эту программу дома были построены в аэропорту. Но дома эти построены некачественно, они не способны к проживанию. Вот это первое. А во-вторых, мы живем в центре города, и почему я должна переезжать в аэропорт? Это все-таки считался поселком дальним. Это сейчас в данное время перенесли границы города. Поэтому я считаю, что если мы жили в чертах города, хотелось бы и жить в чертах города. В прошлый раз, год назад, мы говорили еще и с Натальей Пивоваровой. Она и Светлана Гадиятуллина, проживавшие в одном доме, в тандеме все это время боролись за получение добротной жилплощади. Мы остались в этом доме вдвоем, да, и суд у нас был одномоментно у нее и у меня, и то есть решился как у нее, так и у меня в нашу сторону. Ей дали на улице Чебьюской. Вместе со Светланой мы отправились на Интернациональную 3. В этой девятиэтажке после финального суда наша героиня мэрия приобрела жилплощадь. Квартира, конечно, досталась, видите, как нужен большой ремонт. Мы уже здесь начали ремонт, проводим ремонтные работы. К сожалению, прошу прощения за такую обстановку. Но планировка хорошая, да, мне все нравится. Вот мы сделали полы, поставили окна, заменили. Сейчас вот начнем штукатурить и займемся потом, ну, обойки и займемся кафельной плиткой, ванной, кухней. Частично покрыла расходы администрация, потому что те деньги, которые они выдали на ремонт, ужасно малы, и то есть нам хватило их только на окна, на полы и на проведение канализации и труб на смену. Вот не сказала, да, мы еще поменяли водяные трубы и стояки канализации на новые. Это делаем своими силами, так как бюджет наш очень скромен и мал, стараемся все уложиться в этот бюджет, и естественно отсюда получается немножко долго, так как бы профессионалы это сделали, может быть, за недели три, за месяц, но мы делаем все своими силами. Со стартом ремонтных работ на новом месте ухтинке пришлось параллельно решать еще один, не менее важный вопрос. Ей предстояло убедить банк принять в залог квартиру на Интернациональной взамен домашнего очага в аварийном доме, который подлежит сносу. Ипотека, этот вопрос сейчас решаем. Мы ходили перед этим, конечно, сразу консультировались с юристом администрации. Мы узнали все. Нам сказали, что обременение снимается с той квартиры, и мы обременение сюда, на эту квартиру перенесем. Естественно, опять же, будут затраты все-таки лягут на наши плечи, потому что нужна будет все равно услуга риэлтора, нужно будет делать оценку квартиры, чтобы перед тем, как снять квартиру и выдать администрации ту на Первомайской, и чтобы освободить ее, я должна сначала сделать перенос залогового имущества. А залоговое имущество только делается уже, соответственно, с оценкой. А оценка – это платно, это опять администрация мне это не оплачивает. Я хотела бы сказать, дорогие
наши земляки. Сейчас у нас это проходит программа, и очень, я знаю, многие страдают. Я думаю, что не стоит бояться, есть законы, и нужно просто их знать. И ни в коем случае никогда не вешайте нос, руки и действуйте, и закон будет на вашей стороне. Закон есть, и закон будет, и всегда будет на закон за человека. Ну что ж, мы очень рады, что внесли свою весомую лепту в решение до неприличия затянувшегося вопроса с расселением нашей героини. И я очень надеюсь, что ее пример вдохновит тех из вас, кто сейчас, не дай бог, конечно, оказался в подобной ситуации, ни в коем случае не опускать рук. Если вы твердо знаете, что вы правы, идите по дороге справедливости до самого победного конца. На сегодня все. С вами был телезащитник. А если у вас возникают вопросы или жалобы, обращайтесь в нашу программу. Вся контактная информация на экране. И помните, если не знаете, как поступить, поступайте по закону. А мы поможем. До встречи!